I think I took myself too serious. It's not that serious. Apple, зачем и почему в конце 2019 года AirPods Pro? Кто тоже не понял, зачем и почему, приятного просмотра. Прежде стоит вспомнить про компанию Beats, которую выкупила Apple в 2014 году за 3 миллиарда долларов. Причем тут доктор Дре со своими спортивными наушниками? Вот именно, спортивными. К началу лета вышли Power Beats Pro, первые True Wireless наушники от Beats. На канале меньше сотни выпусков, но об этих наушниках есть отдельное видео. Чтобы не затягивать выпуск, я говорю, что они крутые, но дорогие, и вы мне верите. Теперь о том, почему AirPods Pro это как раз то, что нужно было компании Apple. AirPods первого или второго поколения, уши на каждый день, такие, чтобы при просмотре Мстителей финал по третьему кругу, мои уши не устали. Другое дело... The Power Beats... Pro. Крепление для ушей, большой кейс, защита от брызг. Спорт, спорт, спорт. Одним словом, костюмы их точно не наденешь. And no wireless charging. У Apple есть две крайности, а наушников на каждый день, так чтобы в метро спуститься было не стыдно. Charging. У Apple есть две крайности, а наушников на каждый день, так чтобы и в метро спуститься было не стыдно, чтобы и в бизнес-классе Fly Emirates вопросов не было, чтобы звук был звонкий, внешний вид волшебный, подключение простым и шумоподавление шумоподавляющим. Такого не было. Не было, потому что появились AirPods Pro. Ну, вы поняли, да? И если раньше было вот это... Ты потерял наушник, ты потерял наушник, ты потерял наушник... То теперь во всех AirPods мира будет актуально вот это. Потерял амбушюру. С другой стороны, амбушюр в комплекте будет несколько, да и сами наушники будут храниться в чехле. И зная Apple, они могли придумать и специальное крепление для насадок. Но все же, если я потеряю все резинки, то сколько будут стоить официально новые? Зная Apple, амбушюры лучше не терять. Теперь половина планеты знает, как выглядит идеальный подарок на Новый год. Будьте уверены, Apple сделает на этом большие кассы. Будьте уверены и заказывайте AirPods Pro к новогодним праздникам по цене среднебюджетного смартфона. На выбор, как всегда, есть ничего, только белая классика. Зато есть шумоподавление, так что вы никогда не услышите от своих друзей, что на 21 тысячу рублей можно было купить много чего более... Ну, дальше сами придумайте. В общем, с Новым годом. Все говорят о самих смартфонах, но почти никто о новых чехлах, о фирменных тканевых кейсах для Pixel 4. Цветов стало больше, текстуру изменили, и, что важно, на официальном сайте написано, что чехол можно стирать. Про чехол для Pixel 3, а такого не написано, значит, прогресс есть. Голосуйте, какой цвет вам нравится больше всего. Мне сорта смоуки, красные клавиши и логотип в красном цвете на фоне ЧБ — это стильно. Однако покупатели мыслят иначе, и таким образом чехол в цвете Blue Ish уже успел аукнуться из стока еще до старта продаж. Разлетелся по предзаказам. В этом году широкого угла не будет? Да, печально, но в принципе ладно. Меня больше волнует то, что в Pixel в принципе никогда не будет широкого угла. На презентации компания закрепила за собой вот такую точку зрения. So while wide angle can be fun, we think telephoto is more important. Google считает, что телефото важнее, чем широкий угол, и судя по всему, компания не собирается делать широкий угол в принципе. В чем настоящая причина, неизвестно. Возможно, алгоритмы Google не предназначены для того, чтобы обрабатывать широкоугольные фотографии, то есть то, что получится сфотографировать на широкий угол, будет невозможно обработать. Возможно, причина кроется в этом. Но все-таки Google, несмотря на это, вам обязательно стоит сделать в Pixel 5 широкий угол, потому что от обычного все давно устали. По фотографиям с разных ракурсов в Instagram, мне кажется, можно уже всю нашу планету собрать. От управления жестами тоже мало кто в восторге, как и от объема памяти. Понятно, что Google планирует зарабатывать на Google диске, но не таким же все-таки способом. Google для флагманов могли бы оставить и безлимитное пространство на Google фото, как это было раньше. Кто хочет флагман в этом году, берите iPhone. Да, горько признавать, но у Google получилось не очень. Как будто специально в этом году Google обнулила линейку флагманов, чтобы в следующем году выйти на сцену и сказать, что Pixel 5 лучше предыдущего абсолютно во всем и в несколько раз. Заходите в Call of Duty Mobile, тут уже целую неделю есть режим Хэллоуина. Есть карта, специально сделали карту, полностью усеянную тыквами. Да, немножко вычурно получилось, слишком много тыкв, но атмосферу удалось передать, так что все окей. Карта называется Stand Off Halloween, все украсть. А если у вас вообще на смартфоне не установлен Call of Duty Mobile, то это пора исправлять обязательно. Крутая игра, не реклама, но игра крутая. Если любите донатить в игры, в том числе и в мобильные игры, то здесь есть... куда потратить деньги. Можете услышать, что оформление музыкальное изменилось. Кстати, я вижу, что здесь в Call of Duty Mobile рекламируют новый Modern Warfare Call of Duty, но ведь суть в том, что в России он не продается, его же запретили, да? А почему здесь рекламируют, непонятно. Вот оно оформление, вот она новая музыка. У меня уже 37 уровень. В общем, да, скоро выйдет Let's Play на смартфоне Pixel 3, будет интересно, обещаю. Я специально подобрал очень интересную локацию, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, и ставьте лайк, чтобы я сделал это гораздо быстрее, чем планировал. Наушник, ты потерял наушник, ты потерял наушник, ты потерял наушник, ты потерял наушник, ты потерял...
потерял наушник, ты потерял наушник.